Книги же разные. Есть книги на сегодняшний день, доходящие там до десятков миллионов долларов именно из-за иллюстрированного материала, прежде всего. Я думаю, что вполне нормально, что книги издательства вида «Нова» не очень дешевые, зато у них великолепное качество. Это те книги, которые, купив, люди понимают, что они сделали великолепное приобретение, не только эстетическое, но еще и, я бы сказал, вклад своеобразный, потому что тиражи небольшие, и я знаю, что эти книги вот этого издательства, они будут только становиться с годами уникальным явлением.